Наших пяти компаний не предполагается, и это активно в том числе еще озвучивалось и странами развития, это было обговорено с Минфином, что данный налог он не применяется для компаний, получившихся сертификатов. Мне кажется, это, очень важно, да, вот это очень уникальный опыт, да, что вот все-таки стабилизационная оговорка, она начинает действовать. Вот это вот прям. Большой успех, да, в том числе выборы, безусловно, да, потому что, да, коллеги, что вы добились этого, да. Раз мы уже подошли там, к налоговым отношениям, я тогда сразу оговорюсь, еще один немаловажный эффект от СЗПК, который как раз представляется уже в момент заключения соглашения. Это тоже налоговый эффект в отношении инвестиционных проектов, которые надо точно полезно ископаем. То есть в налоговом кодексе ввели льготу понижающий коэффициент для НПИ в отношении компаний, являющихся сторонами СЗПК. И это показывает существенный эффект на видимых финансовых моделях таких проектов. Более того, отсутствие данной льготы по НПИ делает этот проект инвестиционно непривлекательным. То есть механизм СЗПК как раз не позволяет реализовать этот проект. Учитывая, что эти проекты достаточно капиталоемкие, затратные, и вокруг них требуют создания многочисленной инфраструктуры, и не всегда это бывает выгодно. Хотя складывается впечатление, что любая добыча — это всегда положительный период. И возвращаясь тогда уже к условиям заключения, к процедуре заключения, мы систематизировали типовые ошибки, сделали файл и разместили его на нашем сайте. Вход вы можете перейти к нему. Есть такие рекомендации для компаний, которые планируют заключение СЗПК и сейчас находятся в процессе формирования комплекта документов. Такими ключевыми это все-таки является некорректное структурирование этапов проекта. Здесь важно отметить, что этапность проекта для целей СЗПК она не должна совпадать с этапностью прописанной в проектной документации. Здесь своя этапность, и если в соглашении выделяется этап, то внутри этапа должен быть какой-то основной объект, который, эксплуатация которого и направлен на извлечение дохода, да? То есть уже создание продукта и дохода, да? Да, и это как раз-таки важно в первую очередь для возмещения затрат, потому что возмещение затрат привязано непосредственно к новым налогам, которые генерируют проект. Да, все верно, и не только для этого, потому что если у вас выделено в соглашении этапность, то вы можете не ждать окончания всех этапов, а дойти за возмещение уже по окончанию одного из этапов. Соответственно, этап должен быть сегрегирован от следующего, самостоятельный объект должен эксплуатироваться и формировать налоговую базу для последующего возмещения. Соответственно, часто мы все-таки видим в соглашениях, и мы корректируем эту позицию. Очень важно, да, очень важно. Зачастую у нас бывают проблемы с критерием новизны, в первую очередь из-за корпоративного решения о утверждении бюджета. Вроде базовый документ, который является началом, по сути, любого инвестиционного проекта, с него закон о СЗПК и понимает начало инвестиционной стадии. Но закон нас обязывает оценивать полномочия из корпоративной, принявших это решение. Соответственно, мы достаточно тщательно оцениваем всю корпоративную структуру компании и оцениваем полномочия лица, которому имеется на принятие такого решения. Не всегда понимание компании, что если общее собрание приняло такое решение, то оно всегда эффективно имеет. У нас есть гражданское законодательство, есть строгая компетенция органов управления, поэтому не всегда оно так. И как вы правильно сказали, со сроками процедура СЗПК она очень стандартизирована, но она еще стандартизирована из документов, которые представляются для цели заключения заявления и соглашения. По сути, практически каждый документ имеет свою типовую форму, и в том числе соглашение. По своей юридической природе соглашение СЗПК – это больше договор присоединения. То есть предусмотрена типовая форма, отступление от которой не предполагается. То есть мы включаем только там положение, которое предполагает заполнение, но иные положения, соответственно, изменяться не могут. Буду останавливаться на всех типовых ошибках, чтобы не тратить время. По QR-коду вы можете найти всю необходимую информацию на нашем сайте, также там расписана процедура,
заключение с СПК все необходимые документы, нормативная база, а также наша электронная почта, на которую можно задавать вопросы. И что касается еще выполнения роли СПК, мы не, как агент правительства, не имеем права прерывать документы для инвесторов, но мы оказываем методическую поддержку, если она необходима, помогаем инвесторам с отдельными правильно вопросами. Правильно структурировать, собирать проекты, да? Собирать проекты, особенности, когда у нас идет процедура доработки комплекта документов, 10 рабочих месяцев, иногда это бывает недостаточно, и мы в рабочем порядке с компаниями объясняем, помогаем, спасибо большое. Мне кажется, что, вот, помните, коллеги, когда только начинался, да, вот этот разговор, не знаю, кстати, может, вот, помните, да, то есть вообще, в принципе, все скептики говорили, что рождена нормативная база, которая будет создавать документы, значит, односторонних обязательств, да, что типа инвестор, значит, а что как бы партнеру, что инвестору будет со стороны государства не сильно понятно, да. Вот, было тогда. То есть сейчас совершенно очевидно, что это такие лучшие принципы социального партнерства, да, реализованы в этом документе, и распределение рисков и так далее. Я искренне желаю этого, как и все мы, коллеги, да, команде ВБРФ выпустить не одно СЗПК, куда все-таки сделать инструмент популярным и показать, как уже не первый раз, свою высокую эффективность как агента государства, да, в решении такого важного вопроса. Спасибо большое, Егор. Я благодарю вас. Ну и, конечно же, да, мы понимаем, да, что мы...